Дорогие любители футбола, все, кто связан со спортом, 7 числа в 18:00 на нашем стадионе «Энергия» пройдет футбольный матч команды «Молния» «Азовкабель» против «Азмола», центральный матч чемпионата. Я, как тренер команды «Азмол», приглашаю вас посетить главную игру турнира «Азмол-Молния». Я игрок команды «Молния-Азовкабель», приглашаю всех на главную игру этого сезона «Молния Азмол». Я капитан футбольного клуба «Азмол». Приглашаю всех любителей футбола 7 июля в 18:00 стадион «Энергия». Приди и поддержи свою любимую команду. Последние года эти команды представляют лицо города, постоянно борются за призовые места. Приходите со своими детьми, посмотрите увлекательный мяч. Хотелось бы увидеть как можно больше зрителей и пожелать хорошей игры. Здесь будет море подарков, конкурсов для детей, будут конкурсы для взрослых. Приходите, вы получите истинное удовольствие и от игры, и от всей культурной программы. Приходите поддержать свою команду. Обещаем вам, игра будет достойная вашего внимания. Приди и поддержи любимую команду.